Власти Великобритании с сегодняшнего дня снимают все внутренние ограничения, связанные с коронавирусом. С полуночи в стране вновь открыты ночные клубы, рестораны и кафе разрешили работать на полную мощность. Кроме того, британцам теперь можно ходить без масок, а большинство сотрудников организации могут вернуться в офисы. Необязательным с понедельника стало также соблюдение социальной дистанции. Полностью вакцинированным гражданам, возвращающимся из стран, входящих в желтый список, отныне не нужно будет соблюдать 10-дневный карантин. Между тем, ряд ограничений все же сохраняют в Шотландии и Уэльсе. Власти призывают граждан активнее принимать участие в массовой вакцинации против COVID-19.